Максим, вот пират Карибского моря, вот такой вот пакетик. Вот, говненький, дешевенький. Ну, главное, чтобы фигурка была целая, все было хорошо. Будем смотреть, что у нас здесь получается. Так, ну вот это вот. Глюк, не знаешь, что такое? Кусочек, видимо. Ну, скорее всего, кривой какой-то пластик. Так, дальше здесь вот такая вот русалка. А, ну вот она. Со слезой плачет. Кристалли. А здесь вот, видимо, другая. Другая фигурка. Дальше посмотрим. Здесь у нас подиум. В принципе, все хорошо. Скорпиончик. Руки. Ну, просто такие нежные женские руки. Без всяких мышц, татуировок и принтов. Все это одевается просто сверху. Слушай, как-то оно прям вот, до щелчка. Ну, видно же здесь, что прям шов такой идет. Среднее такое качество. Ну, вот она либо такая вот злая получается русалка. Штука даже одевается. Сейчас опустим руки. Либо такая вот злая русалка. Стремненькая. Либо вторая вот со слезой. Даже будет страшнее, типа она плачет и заодно еще и с ножом. Так, и вот сюда хоп. Ну, такая типа коллекционная идея, чтобы эта вся история крутилась. Ну и сзади здесь такая чешуйка, все прикольно сделано.